В Стамбуле под арестом оказались еще 17 журналистов в ходе чисток после попытки госпереворота. Их подозревают в связях с опальным проповедником Фетуллахом Гюленом. Последнего Анкара обвиняет в организации мятежа. С призывом немедленно освободить репортеров и прекратить, цитата, «охоту на ведьм» обратился Комитет защиты журналистов. По данным этой организации, власти Турции выдали 88 ордеров на арест сотрудников СМИ, более 300 лишены аккредитации. Между тем, беспокойство у европейских политиков и международных организаций вызвали последнее заявление турецких властей. Глава МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что вопрос о возвращении смертной казни в стране может быть вынесен на всеобщий референдум. При этом в ЕС сразу предупредили, что если такая мера наказания будет введена, на процессе вступления Анкары в Евросоюз будет поставлен крест.